Друзья, всем привет! Сегодня у меня такое вот небольшое видео, ну такой подкаст, скажем так, да? Вот, касаемо темы как бы сотрудничества. Сотрудничество по ножам, сотрудничество вообще в целом там, да? Вот, как бы постоянно ко мне приходят письма, как бы звонят, звонки, люди обращаются на тему того, что кому что-то нужно помочь по бизнесу с ножами, еще какие-то такие вопросы, вот. И поэтому постоянно как бы я думаю над тем, чем могу быть вам полезен. Так вот, я, значит, могу предложить вам сотрудничество по нескольким, скажем так, направлениям. То есть первое направление – это вы можете стать моим представителем как бы в своем городе. Я специально для вас могу подобрать как бы самые ходовые модели ножей. Вот, и как бы договоримся с вами, там решим, как, какие условия и все остальное. Вот, это, значит, что касается такого вот сотрудничества. Также второй вариант сотрудничества может быть вот таким. В общем, я могу полностью под ключ сделать для вас ножевой бизнес. В этом деле, как бы я понимаю, вот, как бы сам прошел путь от и до, и так потихоньку, постепенно как бы развиваюсь. Вот, что касается, значит, бизнеса под ключ, то есть здесь я могу что сделать? Могу подобрать вам модели, могу сделать сайт. Могу настроить рекламу, полностью могу указать вам весь спектр услуг. Также могу помочь вам с сертификацией ножей. Просто многие думают, что это так сложно, что это так вообще тяжело. На самом деле это все легко и просто, и занимает, как бы сама подготовка к сертификации может занять неделю, а может там 30 минут. Вот, отсылаете ножи, заполняете документы, как бы я и сам могу все это сделать как бы за вас. Вот на такую тему, как бы, кому интересно, можем поговорить. Можете писать под видео, можете обращаться там в личные сообщения. Вот, с одной стороны, вы можете подумать, до чего, как там весь этот рынок забит. Вообще ничего не забито. Вообще здесь не паханное поле. Кстати, к слову, да, если кого-то интересуют складные ножи там, или бизнес в складных ножах, как бы я могу полностью организовать бизнес как бы с Китаем. Как бы раньше у них были партии от 600 ножей, теперь партии снизились до 300 ножей. Цены там очень привлекательные на складные ножи, и качество, я вам скажу, просто запредельное. Вот посмотрите в следующих видео я вам выложу эти. Ну, расскажу, как бы покажу модели, и сами поймете, что это за модели, как бы, и насчет качества. Вот, в любом случае, большинство складных моделей, которые есть у нас в России, они все идут оттуда. И если вам вся эта тема интересна, то я, опять же, повторюсь, полностью могу вам организовать это все под ключ. Я торгую на выставках, я торгую в интернете. Могу быть также вам полезен и при построении бизнеса, там, продаж на тех же выставках. Могу полностью вести вас от как бы сертификации каких-то начальных продаж до участия в выставках. Расскажу, как подобрать места правильно, расскажу, как торговать и много других всяких фишек. Вот, поэтому, если кому что-то все это дело интересно, то обращайтесь, как бы я всегда на связи. Вот, этот бизнес, кстати, подойдет, знаете, кому? Ай, блин, комары кусаются. Бизнес подойдет вообще любому человеку. Там, если вы просто сидите в соцсетях, там, да, то без проблем, там, можете работать, можете как бы монетизировать свои мозги, там, свое знание, свое время. Вот, возможно, у вас какие-то группы свои, может быть, вы снимаете какие-то видеообзоры. Для тех, кто снимает видеообзоры, я вообще могу сделать вообще полностью там серию, линейку там ваших ножей, да, с вашим логотипом, вообще с вашей историей. Все, в общем, я это могу сделать, могу придумать, потому что я работаю с несколькими компаниями, они торгуют по всему миру. Вот, и им как бы я делаю определенную продукцию. Кстати, вы можете там делать один вид продукции, да, там и продавать. Там Финк НКВД, допустим, очень популярный. Либо какую-то модель, какую сами там решите продавать. Все это, ну, реально все это выполнимо. Поэтому обращайтесь. Какие-то фишки я вам тоже так же подскажу. И без проблем помогу наладить. Чтобы минимизировать какие-то риски там свои, да, тоже можно все это проговорить, ведь сейчас знаете, как важно, и что важно, сейчас важно как бы не знание, там, да, а важно действие, все уже поменялось, раньше говорили, там, знание, сила, конечно, наверное, без этого никуда, но в первую очередь уже сила, как бы, это действие, поэтому
Я вам здесь могу помочь, помочь во многом. Ну, просто, например, построю с нуля вам бизнес. Вот. Либо дам какие-то рекомендации по тому, как это все дело построить. Обращайтесь, пишите под видео. Может быть, какую-то тему раскрыть поподробнее. Я также сниму как бы видео. Вот, просто уж сегодня я тут иду из леса, с озера. Поэтому решил вот так вот записать такой подкаст, скажем так. Вот. Чем я еще могу быть вам полезен? Чем я могу быть полезен? Я просто могу разработать вам модели, которые в любом случае у вас пойдут, которые будут продаваться. Потому что в каждой фирме есть 5, 10, там, 15 моделей, которые, знаете, как товар-локомотив там тащат полностью всю фирму. Вот. Поэтому обращайтесь, как бы, плюс ко всему, я знаю многих разработчиков, и вот я просто скажу вам, что даже модели ножей, которые вы там покупаете во многих фирмах, на выставках, там, в интернете, я общаюсь с их разработчиками, я общаюсь с директорами, с менеджерами, все знаю, так что могу сделать так, чтобы вы сидели дома, а бизнес как бы работал. Ну, понятно, что все это не быстро, а может быть очень быстро, все зависит от ресурсов, от времени затраченного, да, все прям пропорционально. Вот, поэтому обращайтесь. Кстати, вот, к слову, я защитил кандидатскую в свое время на тему совершенствования организационных структур на предприятиях машиностроительного комплекса. Вот поэтому моя тема, чтобы вы сидели дома, а все работало. Реально это можно постараться все сделать, поэтому обращайтесь, вступайте в банду. Все у нас получится. Компания Акела, ножи для дела. До встречи.